Олимпийская чемпионка Алина Загитова сделала первое заявление после того, как сообщила о приостановке карьеры. 17-летняя фигуристка утверждает, что не собирается уходить от Этери Тутберидзе. Алина сообщила, что взволнованные болельщики из разных стран атаковали ее вопросами. Знаменитая россиянка решила ответить всем сразу. Она написала пост в Инстаграм на трех языках – русском, английском и японском. Фигуристка призналась, что переволновалась в ходе телеэфира. «После эфира на Первом канале мне приходит много вопросов о том, что означает мое интервью и почему я завершила карьеру. Я очень волновалась и не совсем получилось четко донести свои мысли», — отметила Загитова. Она попыталась защитить своих наставников от нападок. Алина заверила, что продолжит тренироваться. «Для меня фигурное катание — это моя жизнь. И большой спорт — то, ради чего я работала и продолжаю работать каждый день, начиная с 4 лет. Все мои достижения, включая олимпийское золото и золото ЧМ, не случайны. Мы с моими тренерами проделали огромную работу, за что я им буду благодарна всю свою жизнь, и я не планирую останавливаться и тем более, уходить. Ни о каком уходе или завершении я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой фигурный путь с поддержкой моих тренеров», — пояснила свои слова титулованная спортсменка. Загитова подкрепила свои слова снимками. На опубликованных сегодня фотографиях Алина позировала с Этери Тутберидзе, а также с хореографом Даниилом Блейхенгаузом и тренером Сергеем Дудаковым. Эмоциональное заявление олимпийской чемпионки 2018 Алины Загитовой в студии программы «Время» спровоцировало скандал между знаменитыми тренерами. Татьяна Тарасова упрекнула штаб Этери Тутберидзе в том, что его фигуристки быстро сгорают. Евгений Плющенко высказал мнение, что Алине нужно сменить тренера. После этого команда Тутберидзе обвинила мужа Яны Рудковской в том, что он переманивает фигуристок. Двукратный олимпийский чемпион признался, что его удивило это оскорбительное обращение. Плющенко заявил, что хамскую реакцию невозможно извинить. В скандал вмешался Максим Траньков. Он назвал происходящее стыдобищем.